В Краснодаре начали принимать заявления на участие в праймерис «Единой России» для голосования за кандидата в депутаты регионального парламента. Предварительное голосование назначено на 28 мая, поэтому документы от претендентов ждут до 27 апреля. Нужно время для того, чтобы проверить достоверность данных. Накануне на заседании политсовета партии выбрали региональный оргкомитет, в состав которого вошли 18 человек. Среди них председатель законодательного собрания края Владимир Бекетов, руководитель региональной общественной приемной Петр Курдюк, а также члены регионального политсовета партии и представители общественных организаций. Мы должны 543 открыть участка для голосования по всему краю. По нашим представлениям, примет участие в этом голосовании до 20% всех избирателей. Можете себе представить, если у нас в крае 4 миллиона избирателей, 20% — это почти 800 тысяч человек. Подать заявку на участие в праймере смогут все, кто не состоит в другой партии и не имеет судимости. В ближайшие 3 месяца они смогут вести агитацию и привлекать сторонников. Тот, кто станет сильнейшим на предварительном голосовании, примет участие в основных выборах в законодательное собрание края. Они пройдут 10 сентября.